Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я грумер сети центров «Лебеди», и сегодня я расскажу вам об экспресс-линьке. Линька у питомца – это всегда головная боль для его владельца. Она означает регулярные попытки вычесывания, постоянную уборку в квартире, возможно, даже аллергические реакции. Оптимальным выходом из этой ситуации является проведение процедуры экспресс-линька. Экспресс-линька подходит для всех линяющих пород собак и кошек, вне зависимости от длины и типа шерсти. Экспресс-линьку можно и нужно проводить регулярно в течение года, поскольку она не только убирает лишнюю шерсть, но еще и глубоко питает и увлажняет кожу. Процедура проводится в несколько этапов. Первый этап – это глубокое вычесывание. Профессиональным инструментом, подобранным с учетом особенностей шерсти вашего питомца, мы аккуратно вычесываем всю шерсть, которая уже отлиняла, но еще находится в шерстном покрове. Следующий этап – это обертывание. На кожу питомца наносится теплая маска с витаминами и маслами. Далее он оборачивается в пленку и отдыхает в течение 15-20 минут. В это время кожа увлажняется, волосяные фолликулы распариваются, и уже созревший волос может легко их покинуть. Следующий этап – это мытье и сушка. Мытье проводится по стандартной технологии, профессиональная косметика подбирается индивидуально с учетом особенностей кожи и шерсти вашего любимца. Высушивание производится специальным феном. Мощным потоком воздуха из шерстного покрова выбиваются молекулы воды и вылинившая шерсть. Финальный этап экспресс-линьки – это остаточное вычесывание. С помощью мягких пуходерок, гребней и силиконовых щеток мы удаляем оставшуюся шерсть и полируем шерстный покров вашего питомца. Животное приобретает блестящий и ухоженный вид. Записывайтесь на экспресс-линьку в наши центры и забудьте о лишней шерсти в вашем доме.